Большим спортивным праздником отметили ученики школы номер 7 пятилетия комплекса ГТО. В спортзале на церемонию открытия пригласили самых маленьких. Школьникам пожелали успеха в прохождении испытаний. По программе соревнований они сдавали силовые гимнастические испытания, бег на длинную и короткую дистанции. В каждой команде по 10 человек. Они должны были сдать челночный бег, выполнить упражнение пресс, отжаться, прыжок в длину, подтягивание на перекладине.